О, давайте разберем. Это прекрасная история. Я вчера о нем. Вот ситуация с Тайрой – это прекрасная иллюстрация. Ну, это просто иллюстрация бездарной работы с обществом. То есть сначала наши пропагандисты создали, накачали непонятную вообще мифологию. Вообще непонятно, правда там, нет. А брала она кого-то в заложников и не брала. А потом в результате внутри какого-то элитарного договорника что-то произошло. И киевская сторона нанесла мощнейший психологический удар. Это то, о чем я всегда говорю. Войны не информационные, они в первую очередь когнитивные. Они направлены на то, чтобы ударять по обществу и погружать его в состояние депрессии, раскола и всего остального. И вот иллюстрация с Тайрой – это самый лучший пример того, как мы бездарно, я говорю мы в этом смысле, ну, обобщая, да, работаем с нашим обществом. Нашим начальникам нравится, когда оно все такое, 80% все поддерживают, ура, ура. А когда сложная ситуация, опа, а оказалось, что и объяснить не можем. Ну, завтра, может, объясним, ну, тогда идиотизм, что, на выходных у нас не работают, получается, да? Ну, то есть, ну, так получается, то есть у нас спецоперация на выходных не проходит, да? Да, мы отлеживаемся, да? Ну, бред же, да, бред. Вот ситуация с Тайрой обнажила нашу родовую ошибку. Я же всегда об этом говорю. Миропорядок, мир в обществе, порядок в государстве. Порядок в государстве мы можем обеспечить, а с миром в обществе у нас полная задница. Мы внутри себя не можем, мы не можем честно научиться разговаривать с нашим обществом. И даже если что-то есть, ну нужно просто честно об этом выйти и рассказать. Так и так.